Это сегодня даже. Опа, островок. Для нескольких игроков, сколько написано? Там написано так? Так, ребят. Это моя мапа. Это моя мапа. Главное не отдавать свою комнату. Это моя мапа. Я там выбрал кого-то человека, нет? Кстати говоря, здесь этот хорош смок. Биг смок? Вот этой комнатой. Ну да. Плешка? Да. Найс смоук, да, молодец, конечно, нечего сказать. С душевой, они всегда же все ломают и... Ну ладно, есть другой план. Почему у меня в чате обсуждение аниме какого-то идет? Хорошего аниме. Как и стример такой чат. Когда игры аниме будешь на стрим смотреть? Разве можно на Твиче смотреть? Конечно, можно даже разделы специальный аниме называется. Да ладно. Ну только если ты туда один раз попал, то это в один конец дорожки. Будьте начеку. Хз, что такое? Игорь давно хотел посмотреть что-то. Угу. Вот, как раз со зрителями. С дорожки. Аниме. Так, я знаю, это как будет... Что называется? Ну, аниме грешит. Называется «Отойди». Кек. Это машинка была, она ехала и остановилась. Еще 10 секунд. Есть 5 секунд. Четко у нас эти поинт. А, вообще никак не заделан. Держу в курсе. Я Бенни отдаю в соло, можете все на другой идти. Так, ребята, кто будет дверку закрывать? Ты. Походу на двоих только. Инфа про Far Cry. Меня открыли на четырех. Коромысли. Мне в чате несколько человек написали тоже на четырех. Дико извиняюсь. Пользуй датчик пульса. Ебать. Дрон противника. Ну хафить. В душе, по-моему, дропнулся уже кто-то. Биби. Да-да-да, в душе. Урод. Педик. На лестнице есть. Ёб вашу мать. Там твич едет, слушай. Говорит, ты обещал не отдавать. Тихо. Он лежит там, калёный очень. Лежит, закрывайте калёный. Убил. Хорош. Чёрт. В окно залез, не залез. В двери еще, в двери. Стой, прикройте! А, с моей стороны, короче, ты еще попал. Дверь нахнул. Живых только один противник. Твич осталось, там где сдох. Кабач, я бы тебя подхилил. Где ты сдох? Со стороны Б. Со стороны Б, короче. Она на машине катается. Где ты сидишь? Окей. Где ты сидишь, там, она с той стороны прям. Убил. Она бежит. Я дверь чекаю. Кабач, может, спину будешь чекать? Она тихо! С этой стороны нет. Она сзади. Меня обнаружили. С другой стороны где-то. Отлично. С кабачом чисто засолили, конечно. Красавчики. Ha ha ha.
Спасибо за рисабыч, Макардота, 18-летний. Так, ребята, теперь я в атаке, солю. Только нужно будет меня прикрыть, чтобы не жрать, что я камеру сломать. Наверное, да, да, конечно, там. Где все? Ладно, попробуем так тогда. Смогу я, интересно, в тот угол, где ты сидишь, закинуть Хаеха? Или там... Да мне закидывали. Не отойти так далеко. Да я подожгу, если там все будет в порядке. Ты в порядке, кабач. Нужно отыскать заряд. Мне нужно съездить, кстати, сегодня. До скольки банки работают? Какие нахуй банки? Чтобы до 8, наверное, Альфа-банк. Так нахуя тебе? Съездить. Зачем? Карту забрать. Ну... Какую карту? Бабки что есть? Делись. Нет, наоборот. Бабок нет, поэтому карту заказал. Кредитную? Ты что, дурак? Это первый шаг к... это самое... к банкротству. Ну а что не донатит, если что поделаешь? Тупик, а ты уже вырубил стрим? Да. Ну вот. Я думаю, я скоро уже это пойду. Прикрыть можете? Так, а где это окно вообще? Какое? Вот это? Вот это окно? Ну то есть, если на это окно смотреть, то твоя позиция получается от нас, да? Да, по прямой. Так, один направо, что-то там бежит. Как мне это сделать? Дальше не могу залезть. Вдали никого нет, вроде. Там никого нет вдали. Точно. Да. Блин. Стопудово. Там остальное пошло. Я могу кинуть смачок? Ребят, вы залезьте за заплейтесь. Нет, я прикрою, нет желания. Сейчас я закину хаях. Давайте быстрее сюда. С плантом, кто с плантом? Накидываю смачок. Делайте, делайте, делайте. Кабач, кабач. А, так, хочешь. Хилочь. Шубу только ставь, не тут. Блять, ты дебил. Я хочу их просто сломать. Блять, кабач, ты чё? Сейчас побегу сюда. Смог что-то вылез. Чё ещё было вообще? Что претензии ко мне вообще? Душевой. В душ сиди прям. Точно? А, я тупой, да-да-да. Прям купаешься. СО-ЛА! СО-ЛА! Часов. Я не помню, как я его не разъебал. Ну, с сосистом. Сам сосистом. С сосистом и с еще минус одним. Сосистом я в него успел пострелять, а не они сам. Че, кухню берем? Нет, только не кухню. Почему? Давайте что у нас есть. Там же два заряда, там сразу на улицу заходит. Можно кухню, да. И я мир возьму. Нет. Колено бильярдная, типа? Я так. Флешка, пикни, спасибо. Ты что сегодня, Игорь, больше в бой вообще не пойдешь? Не знаю. Ну, вряд ли получится задолжить твой аут. После разве что. Будьте начеку. Вот тут одна стена. На 6. В среднем на 6,5 часов. Информация такая. Чуть-чуть. А, ну. А что ты кабач хотел? На сегодня, если он лапус, так проси этого. Сав ГГ. Он мне обещал помочь супер лапы. Че? Я же там энчант нужен. Мне? Я не собираюсь бегать лапы. Че, будем сбежать один разочек. Короче, блядь. Это что за говно? Ты чё, скот катаешься? У вас 5 секунд. А вот это... ладно. Я обнаружил. Враг обнаружил заряд. Это же точка из дерьма, не? Ну, блядь, тут все точки из дерьма. Поэтому excuse me. Закрыть эту одну, да? Стену усилил! Не есть ещё. Ой, чё-то. Там ломает уже.
потихоньку. Блин, я не разъебал его. Плохо. Отвратительно, я бы сказал. Надо мной топ будет. Меняю магазин! Ай, ты еще бьет. Значит, любит. Там это. Бля, у меня тут. Там Монтана есть. Дерьмо. Сейчас ты че просто убьет, наверное. Кабач, перекрывай. Сейчас. Понял? Они друг друга прикрывают. Кажется. Там Монтана. Тони? Вот тут есть. Флешка! Стой! Ага. Нет, отбежь. Стой, блядь. Сори, ты меня испугал. Стою. Спасибо. С Монтана. Блядь, Кабач, быстрей ко мне! Не убивайте его! Блядь. Задание выполнено. Кабач был в боли. Что там, какой-то дейлик нахилить, типа, на какое-то количество хп? Не, флешка мне прям сочно так надавал. Ну, сори, Кабач. Я просто думал, в окно кто-то лезет. Я капец испугался. Флешка уже какой раз? Мне кажется, он подыгрывает противника. Подыгрывает? Не говорите. Не говорите так. 3-2 флешка. Нет. 3-2-1. 3-2 раз. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Танцуем? Последний ты раунд. Ты реально занимался танцами? Пеплиц. Конечно, это ведь знают только те, кто занимался. Найдите заряды с помощью бота. Ну вообще да. А что за танец? Любой, наверное. Мне вальс первый в голову пришел. Не, не любой, ты что гонишь? Разведбот нашел заряд. Просто больные танцы, по-моему. Не-не-не. Чё, мне кажется, это вальс какой-нибудь. Какие бальные. У нас есть какие-то бальные? Ну как, какие? Ебальные! Вот это шутка. 5 секунд. А они наверху там, да, опять? Поможете по дефолту? Активатор снова у нас. Найдите заряд и обезвредьте его. Не теряйте бдительности. Ага. Почему у меня опять этот деактиватор? Я его не навижу. Я его скидываю. Блин, опять там? Блядь. Ага. Они же слили. Алло, это супер легко. Вы подваливаете... Твою мать, блядь. А ты что было? Ну нахер ты? Я стреляю в окно, ломаю, ты идешь ко мне на прицел. Ясно. Я понял. Заруинил чисто. Накидайте флэг туда, блин, пожалуйста. Тихо. Тут чел есть. Ломайте эту штуку. Ломает. Ага. Хер, это. Берегись, граната! Блин, минус хаеха. Получите гранату. Игорь, я похилил. Отлично. Минус хаеха. Жестко. Иди. Ману, не заходите, пожалуйста. Конечно, блядь, префа мне ебанул просто. Слева, ванну, короче, я, как обычно. Я могу в ванну зайти. Так, ванну. А я, пожалуй, поступлю как тогда, попробую. Что-то как-то. Машинку может зайти. Сихай. А, там окно. Там в той комнате дальний. Нет, ребят, на дек легче. Нормально, нормально. Кабач заруинил. Кран, если. Патата. Блин, он даже услышал его. Пап-пап. Ну ты его не попал. Я не знаю, как не попал. Взрывай стену. Наконец-то.
Мне кажется, Твич, Твич. Твич. Чё кусается? Блин, этого ствола вообще отдачи нет? Сзади! Так я под густом. А, даже на имбе, конечно, не развалил. Да. Но он по камере-то попасть не может. Именно. О чем тут вообще говорить? В защите легче. Ребят, я не знаю, что вам говорить. Че, кухня или синий бар? Давайте синий бар. Так а синий бар, это ж вообще пиздец, вы что, ебанулись нахуй? Давайте кухню. Просто кухня тоже не лучше. Там сверху можно разъебать с этого прохода? Кто-то сверху, наверное, должен. Ладно, я буду стрим снайпить, кажется. А Диман набраться будет, да? Не-не-не, ни в коем случае. Голодранцы? К обороне, не дайте врагу пройти. Это же нам жопа. Не знаю, что сказать ребятам. Сосли, это не такая стойная позиция. Враг обнаружил взрывчатку. Стоп, да. Чтобы все отлично им. Да кто опять обнаружил? Где ты, тварь? Ребят, у меня вопрос к вам. Есть у кого-то гранаты, допустим? Нету. Да. Есть? 4 есть. Вот на центр. На центр можно гранату? Не-не-не! Повыше, 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 повыше. Повыше. Чуть-чуть повыше. Вот сюда вот. Четко. Ребят, кто-то в туалете будет сидеть? Если будет, то вот тут дырочка. Видишь, кабач? Через нее могут убивать. А кто, кто-нибудь будет чекать на кухню? Нет, это не я буду. Скажите, если зайдут в дверь. Какую? В ту самую? Да, в ту самую. В ту самую дверь я чекаю. Скажи, если зайдут, я взорву смог там. Да я его убью. Там Твич ездит. В той двери. Там щитовик есть, как ты его убьешь. Там кто-то получил, там кто-то получил. Твич разъебал. Хорош. Там еще я есть. Я горю. В окне уже. Залез или что? Нет, он просто поджигает. Я пустой, прикрой! Там плент! Там смоков накидали. Ясно. Заплентили. Ясно. Деактиватор обнаружен. Тварь. Там еще блиц есть. Блять, спину у меня еще там сзади еще. С кухни зашел чел. Кухни двое. Я что, просто так сказал, скажи, когда зайдут? Там, так там смоков накидали, там ничего не видно. Так я смок мой там стоял, я бы взорвал смок и не заходил. Ну, я не знаю, что они заходят или нет, как откуда я знаю. Угу. Все в дыму. В атаке легче, короче, я беру сигнатуру, мне похуй. Выигрываю в соло дерьмо. Блять, у меня так уёбично качается. У меня, короче, 56%. Да. Вы сегодня будете играть только в радугу. Нет, я ебал. Нет, вообще не делал. Получается, игры руинят тогда? Схуели. В ПВ пойдем еще. Найдите заряды с помощью бота. Вместе за ручку? Да, флешка, там осталась валюта еще твоя. Спасибо. Если что, приоденем, все нормально будет. Пой лучшая игра. Да-да. Не снизу. Или нет? Не, не снизу. Разведбот нашел заряд. Мой разведбот нашел заряд. Ну, ребят, с богом. Вы нашли деактиватор. Ваша цель. Опасайтесь стрим снайпа. Легко. Может легкого, может тяжело. Заехал не ломать, что-то. Сейчас
пойду в туза, наверное. Эти забанешки будем взять, что-то так со мной. Самолет, так осторожно. Ага. От тебя оттуда? Да. Просто идеальный тайминг. Идеальный. Или идеальный. Камера Вальки. Че себя не замутили там? На какие? Готов флешка? Понял. Давай. Бустяка! Тебе бустяк еще дали. Боже, он вылез. Сдал. Че налети? Ноль отдачи, Игорь. Тихо, тихо! У меня спине, его. Блядь. Вот эти комментарии, ноль отдачи. Я не услышал, жив типа. Лишь один оперативник. Все, мы выбали. Да, да, комментарии, конечно. Выбали. 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 Молодцы. Блин, Игорь, а че быстрее ты достал? Да я ебу, что ли, блядь. Ах, че за бред? Почему у меня по 12 качает, у тебя по 2? Я ебу. Другой нет. Не, за что в жизни? Так, ладно, я не буду. Ну, вообще у меня написано, уже можно играть. Там точно надо до конца скачивать? Ну, если можно играть, значит можно играть. Давай после этого еще одну, и можно тогда играть. Давай, давай. Нужно отыскать. А может сразу играть? Нет. Еще одну. Почему? Потому что, блядь. Ты до сих пор не хавал догадывать? Не, я просто хавать. Думал идти после этого. Нет, еще одно и можешь пиздавать. Докладываю, так они... Не, перекусить я уже успел чуть-чуть. Ну, там джаггер. Джугер? Что-то они ничего не закрылись, честно. 5 секунд. Пидор. Кабач, пожалуйста, не убивай меня. Найдите заряд и обезвредьте его. Не теряйте бдительности. В этот раз невроз. Меня не опять здесь. Надо прикрыть диван, как всегда. Вы потеряли деактиватор. Прикрыл. Может после этого, Игорь? Так а куда ты, блядь, ворвался, а, нахуй? Ты что, дебил, блядь? Нахуй ты, блядь, бежал? Я никуда не ворвался. Я просто бежал, и меня прошили через стену. Прикрывай, Дима. Теперь осторожно, там есть снизу. Ну, прикрывай, чё. А, у них джайки, блядь. Да. Джайки. Нет флэх у вас накидать? О, ещё. Ебать. Вот готов. Хочешь игры с макадом? Давай, если умеешь. Дротик есть! Куда меня так хуйта накинула? Ну, по-моему, за кровать или за шкаф, наверное, кто-то был, нет? По-моему, тоже за шкаф. Это плохо, потому что я въебал оба заряда. Короче, я пойду пока. Иди. Да, блядь. По-моему, тоже за шкафом. Кабач, а давай ты ворвешься, я прикрою тебя. Давай. Я окно могу сломать, надо?
Там за пунктом, флешка. Я умирал, бля. Не, в пизду, я после этого уйду. Закрывать у вас. Каленый с попаданием. Каленый смог, закрывайте. Только не фить. Он каленый, плохо. Хорошо. Победа. Противник не прикрывайте, 3000. Он в этот момент выбежал и начал стрелять, и твоя жопа вылазит перед моим прицелом. Ну типа, если бы я тебя не убил, он бы тебя убил. Так ты прикрытие обещал. Ну так а что ты жопа перед моим прицелом, блять? О, так мы вин. Пентхаус, домашний кинотеатр, поехали. Ребят, только не фитьте так, чтобы мы с кабачом опять не тащили в дворе. Диман, пожалуйста, возьми нужную персонажа. Спасибо. Будьте начеку. Все, успокойся, уже заклепал. Взрывчатку обнаружили, к обороне. Где укрепить надо? Одна штука есть. Второй плент надо было укрепить. Одна штука есть. Укрепляю. Тихо, тихо. Так. А вот тут вы не хотите укрепить? Ёпаш, рот. Ну, у меня больше нету, в смысле. Это флешка, флешка убежала, нихуя не укрепила. Молодец, блин. Короче, все, я поставил там уши. А тут что не это? Будешь укреплять. Я не укрепляю. Кто-нибудь укрепляйте. Будьте любви. Фантастически. Окно подразъебали. Смокинли. Ребят, там может быть плохо в окне. Ну если услышишь, говори. Там глаз. Не, он снаружи был. Короче. Он не вчера. Нет, он не залез. Снизу что-то один ходит. Вот там под нами есть чел. Мой. Кто-то в капкан попал. На первом этаже два чела, там походу спрессуют. Диман, ты кого убил? На первом. Капкан. Там стоит. У кого? Прессуют. Красиво. Ласт остался. Глаз никто не убивал? Я не убивал. Я не знаю, кого я убил. Был не видно. Где он? Где он? Где он? Где он? Где ты тут же был? А, он на крыше. Походу. Изява. Не благодарите. Ебать он стрелок. Бля, какая легкая победа. Че, вся? Или еще? Не, давайте еще одну. Все слабые игроки.